Это что за дом? Железнодорожной фабрики. То есть, значит, Каменчугского отделения Южно-железной дороги. А адрес какой? Значит, Пролетарская 6. Это Небесная сотни 6. 6. А тут и Воровского, по-моему, улица, да? Артем. Сейчас иначе уже. Да, сейчас иначе. Переименовано. Кажется, Николаевская, впрочем, не помню. Да, что-то так. Николаевская, да, как и раньше. Да. Так, я два слова и скажу. Да. Значит, в этом доме, кое выше названных, Мартыненко и Голованова, проживал Шумский Владимир Леонидович, инженерно-технический работник табачной фабрики. Угу. За несколько лет до смерти он написал книгу «Историю табачной фабрики». На вырученный гонорар построил памятный знак шести девушкам-комсомолкам махорочной фабрики, которых казнил в 19 году подполковник низкой контрразведки Сионский. Какой контрразведки? Деникинской. Деникинской. Сионский. Сейчас подойдем, покажу памятный знак. Ясно. Это дворы этого дома. Дворы, да.